Знаете, я очень довольна непосредственно и сервисом, и аудиториями, и, так сказать, отзывчивостью персонала. Ну, сложностей как таковых не было, потому что очень хороший преподаватель. Очень понятно объясняет, у меня очень положительное впечатление от него. Была такая ситуация, что у нас зашел вопрос о неисправности жестких дисков. У меня был как раз, вот я, поскольку практикуюсь, неисправный жесткий диск. Вот, я его приношу на занятия. Я говорю, вот он не работает, да, щелкает. Ну, преподаватель по звуку, то есть он прикладывает к уху, определяет неисправность, что там, скорее всего, неисправно. Ну, то есть это меня очень впечатлило. Если это ваше, то вы тянете время, и все то время, которое вы могли бы, да, работать по любимой профессии, вы думаете когда-нибудь. Так что не оттягивайте, идите.